Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! А теперь, внимание, самое выгодное предложение только сегодняшнего дня. Бестселлер нашего телеканала — полупальто Флорентино. Ты знаешь, почему это предложение спецпредложение дня? Так. Да потому что за прошлый показ было продано более 5000 штук. Специально для вас сегодня самая максимальная скидка — 2800 рублей. И цена только сегодня — 4999 рублей плюс бесплатная доставка. Вообще, ты знаешь, очень сложно найти себе верхнюю одежду. Ко мне приезжала в гости сестра из Иркутска, и мы с ней пошли. Ну, она говорит: хочу столичное какое-нибудь модное предложение. Да. Отправились по магазинам, цены заоблачные. Все куртки тоненькие, а она у меня сибирячка, она сразу обращает внимание на тепло. Ну и, конечно, хотелось чего-то яркого и стильного. Ну вот сегодня бы ей к нам, мы бы решили ее проблему, потому что действительно эта куртка подходит абсолютно всем. У нас очень много было просьб именно из северных регионов что-то теплое-теплое предоставить. И это то самое предложение. Двойной файбертек, защита до -30 градусов, яркая, стильная, теплая куртка, которая вас защищает, идет абсолютно всем типам фигуры: с юбками, с брюками, с леггинсами. Ну и, конечно же, в отличие от многих теплых толстых пуховиков, не полнит. Ой, это самое главное. Причем у нас с вами целых 6 цветов на выбор, размеры от 52 до 60, и только сегодня вы экономите 2800 рублей. Цена, которая действует ровно одни сутки — 4999 рублей. Но это еще не все. С каждым нашим предложением вы получаете еще и бесплатную доставку. Вот самое главное, мне сейчас кажется, успеть выбрать расцветку и дозвониться и оформить заказ. Давайте выбирать, пока есть все 5 цветов на выбор. Темно-синий цвет, насыщенный, элегантный, классический вариант. С ним очень хорошо сочетать любые яркие аксессуары. Цвет капучино, нежность, элегантность — это цвет, который идет абсолютно всем. И считается, в общем-то, даже нейтральным. Слушай, мне очень нравится бордовый цвет. Уже много лет говорят, что он на пике популярности и не пытается даже сдавать своих позиций. Ну, бордовый цвет действительно такой цвет. Кстати, очень часто его выбирают зрелые дамы, и он всегда интересно смотрится. Классика жанра, черный оттенок есть в нашей коллекции. Если вы любите черные оттенки, классику, конечно, это то, что вам нужно. Ну, а я сегодня отдаю предпочтение бирюзе. Все-таки зимой нам так не хватает ярких красок, таких, знаешь, эмоциональных всплесков. Ольга Лукомская, кстати, со мной согласна. Ну, между прочим, и блондинкам, и брюнеткам, холодным шатенкам всегда идет цвет бирюза. Тем более здесь он даже скорее мятный, очень нежный получается у нас с вами цвет. Так. Очень изящный. Слушай, ты сказала, что здесь двойной фейбертек, Лер. Но я, честно говоря, впервые слышу. Я слышала, что есть фейбертек, утеплитель. Но чтобы был двойной, что все это значит? Смотри, фейбертек — это утеплитель нового поколения. Он был разработан специально для спортсменов и альпинистов. Файбертек отличается тем, что он очень тонкий, очень легкий и не добавляет совершенно никакого объема. Даже в одинарном составе файбертек нас защищает до -20 градусов. Но здесь используется двойной файбертек. Два слоя файбертека — это защита до -35. В отличие от пуха классического и нам привычного, файбертек не добавляет объема. Он не тяжелый, он не аллергенный. Файбертек можно стирать в стиральной машине, и он не будет сбиваться в комочки. Вам не придется разбирать вот эти комочки, как после стирки пуховика. Посмотрите, какой он тонкий, какой он легкий, и при этом -35 градусов. Вот такие морозы вам не страшны вот в этой куртке. Да. -35 градусов, свободно можно находиться на улице. Прямо сейчас получить свою скидку 2800 рублей, бесплатную доставку, утеплиться к зиме просто с нашим бесплатным номером телефона. Звоните с любой точки России, успейте оформить свой заказ. Целых 6 цветов на выбор. Слушай, вот размеры у нас от 52 как раз до 60. Хочу узнать, как выбрать размер и как выглядеть при этом стройнее. Берем свой российский размер. Берем тот, который мы с вами привыкли носить. Но, смотрите, если у вас 50 размер, вам очень хочется наше полупальто, я могу вас понять, вы можете выбрать чуть побольше, 52. Какой-то, может быть, теплый свитер, еще внутрь теплое пальто, хотя
никогда они вам не пригодятся, потому что и так наше полупальто защищает до минус 35 градусов. Слушай, ну давай все-таки поговорим о том, что это действительно полупальто, потому что, вот смотрите, Оля у нас надевает с юбкой, и мы с вами видим, что это отличное решение, длина как раз такая, которая хороша с юбкой, да, мы можем себе ее позволить, но при этом у нас все закрыто, бедра закрыты, мы с вами в тепле, мы с вами в защите. Но и самый интересный момент, посмотрите, ведь это тот редкий случай, когда действительно теплое зимнее полупальто не полнит. Вот они секреты, вот она диагональ из кнопок, которая убирает нам объем с области бедра. Работает как на платье рельеф, вот ровно по такому же принципу. И еще один момент, давайте с вами посмотрим на верхнюю зону. Здесь у нас рельефы идут от плечевой зоны, это важный момент, потому что сужают нам плечико и прорисовывают талию. Видите, как хитро расположена здесь у нас с вами стежка. Но и не только впереди. Давайте посмотрим на спинку. Здесь тоже очень хитрая стежка. Посмотрите, она уходит к нам с вами в диагональ. И рельефы прорисовывают спинку. Так что даже в теплом полупальто можно выглядеть стройной. Ох уж эти секреты дизайнеров. Так все продумано. Если вы выбираете теплое пальто и, например, как я, не хотите иногда его надевать, потому что чувствуете себя как колобочек, как вот снеговичок, то в нашем полупальто Флорентина вы будете чувствовать себя элегантной, стильной модницей. Пальто не полнит, оно специально скроено таким образом, что мы с вами остаемся изящными, элегантными. При этом здесь двойной слой фейбертека, а значит, вы можете сохранить свое тепло при температуре до минус 35 градусов. И только сегодня это предложение по суперцене. 2800 рублей – это ваша экономия, бесплатная доставка и возможность носить полупальто Флорентина как с юбками, так с брюками, и при этом оставаться в тепле. Слушай, вот выходишь иногда на улицу 35 градусов, у нас в Чите это просто, знаешь, такой как туман висит. Ой. А тебе в полупальто Флорентина тепло, это же здорово. Слушай, ну, кстати, тепло тебе будет абсолютно точно не только в морозы, но и в ветреную погоду, да. Потому что наше пальто, верхний слой, его изготовлен из материала дюспо. Этот материал не продувается, но есть такая особенность. Когда вы покупаете зимнюю одежду стеганую, обязательно загляните так, внутрь. Так, что здесь такое? Подклад не должен быть простеган, Лен, потому что если стежка идет насквозь через верхний слой и подклад, будет продуваться через стежку, замерзнем даже при минус 10 градусах. Здесь, как видите, подклад не простеган. Слушай, стежка такая красивая. Бонус, да? Защиты. Смотри, у нас здесь внутри вот такая рибана. То есть вашу ручку не будет задувать ветер, не будет замерзать, даже если отправитесь с детьми на горку, например, играть в снежки, то снег не попадет внутрь. Слушай, рукава. Слушай, а вот капюшон отстегивается? Да, капюшон мы тоже с вами можем отстегнуть. У нас остается с вами высокий, теплый ворот-стойка, так что, в принципе, даже зимой можно обойтись без шарфа. Это прекрасно. Успейте дозвониться. Многофункциональное пальто согревает вас до минус 35 градусов и придет к вам с бесплатной доставкой. Звоните прямо сейчас.